Движение поездов по тоннелям метрополитена началось в Куйбышеве в 1987 году. За десятилетия система безопасности неоднократно менялась. Крупнейшим новшеством стало внедрение видеонаблюдения, которое произошло в 2005 году. В пункте транспортной безопасности аккумулируется информация с каждой из 10 станций со всех перегонов. Но, как выяснилось, действующие камеры не могут показать полной картины. Мы готовим все предложения и считаем, что они должны соответствовать нормам, предъявляя во время. Давайте. И первая программа, которая была, там она с чего начиналась? Там по первой программе должно было пройти сначала оценка проведимости метрополитена по предприятию. На основании вот этого всего должно уже техническим средством. Затем генерал в качестве пассажира отправился от станции Алабинской до Российской. Сюда. Здесь ему показали пункт осмотра службы транспортной безопасности и системы радиационного контроля, которые работают на каждой из станций. Впрочем, их проходить пассажирам не обязательно, в отличие от рамок металлодетектора. Раньше у нас проходил выборочный досмотр, и рамки у нас они стояли в стороне для того, чтобы не мешать проходу пассажирам. Вот в связи с усилением сейчас практически каждый пассажир, который к нам на станцию приходит, приходится его проводить досмотр при помощи технически. Это первое элементарно, будем говорить, рамка, ручной металлодетектор. Повысить безопасность в перспективе должна система интеллектуального наблюдения, которая в том числе позволит идентифицировать в общем потоке тех, кто находится в розыске. Массовое скопление граждан, особенно, в утренние, вечерние часы. И та система безопасности, которая здесь обеспечивается только в рамках присутствия сотрудника полиции в его, пункте безопасности, и той системы безопасности, которая организована самим метро, этого недостаточно. Генерал сообщил, что часть полномочий по работе с системой безопасности работники метро передадут сотрудникам полиции.